Владивосток известен своим необычным ландшафтом, прекрасными видами и немалым количеством достопримечательностей, многие из которых уникальны. А каков наш город в музыкальном исполнении? Удивительно, но ответ на этот вопрос нашел композитор Мариос Иоанну Элия и превратил звуки Владивостока в музыку. 8 дирижеров и 13 различных музыкальных коллективов, симфонические и духовые оркестры, ансамбли традиционных и ударных инструментов, хор. Это далеко не весь список участников первого и единственного проекта, где город – сцена для музыкального спектакля. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Мария Никифорова, руководитель творческого объединения ДАТ. Здравствуйте, Мария. Мариос Иоанну Элия, композитор. Hello, Мариос. И Адель Ким, координатор арт-резиденции Центра современного искусства «Заря». Здравствуйте, Адель. Здравствуйте. Ну, я думаю, ни для кого не секрет, для постоянных наших телезрителей тем более, что, конечно же, вы уже были у нас в студии. И что интересно, были как раз, когда только-только стартовал проект. Давайте, наверное, все-таки напомним тем, кто еще не знает о том, что же такое звуки Владивостока, что они из себя представляют и в чем же его уникальность. Мариос. As far as we are aware of, it is an approach. Мы верим, что такой подход впервые был осуществлен по отношению к исследованию городских звуков. В нашем фильме город предстает большой сценой. Более того, эта сцена разделена на несколько разных частей. И в географическом плане, если посмотреть на город сверху, мы увидим большое количество таких сцен, разбросанных по городу, которые исполняют каждую свою музыку, и собираясь вместе, они образуют своеобразную мозаику, которая становится звуком Владивостока. Мы записали порядка 600 разных звуков, и также к ним добавились видеоотрывки. Все это случилось в прошлом марте во время пребывания в арт-резиденции «Заря». Затем после этого все звуки и весь полученный материал был заново отсмотрен и проанализирован. И мы старались привести звуки и какие-то шумы в гармонию с теми моментами, теми отрывками, которые играли для нас музыканты. И вот эта мозаика, собственно, и стала теперь фильмом «Звуки Владивостока». Следующий вопрос я адресую не только Мариосу, но и девушкам, так как, я так понимаю, вы тоже вложили немало усилий, чтобы реализовать этот замечательный проект. Так вот, расскажите об этой работе. Насколько я понимаю, она была, конечно же, очень кропотливой. Ну да, надо сказать, что, конечно же, это проект, скажем, очень масштабный, и без помощи горожан, без помощи заинтересовавшихся людей, без помощи наших больших друзей, таких как, например, Маша, мы бы не смогли просто сделать его таким, каким он в итоге вышел. Надо сказать, что для нас в первую очередь это был своего рода вызов, поскольку мы никогда не работали до этого с музыкой в арт-резиденции, не работали с композиторами, и, конечно, нам было очень интересно, что же что сможет сделать Мариос, тем более это такая заманчивая тема на самом деле. И да, тут надо сказать, что это, конечно, своеобразный, это немножко работа другого формата, чем то, чем мы привыкли заниматься. Это, конечно же, для нас как институции интересно в плане связи с другими организациями, сотрудничества с ними, а также с горожанами, для которых теперь, может быть, работа композитора выглядит не такой непонятной, закрытой, а наоборот, они видят, как это происходит. Мария, а как вы отнеслись, когда узнали вообще, что появился такой уникальный проект? Мы, на самом деле, с Мариосом познакомились случайно в городе, в мастерской у художника Миши Павина. Как это всегда бывает, такие встречи происходят действительно случайно. Да, и он попытался рассказать о своем проекте. А я встречала подобные, как мне казалось, проекты про звуки города. Ну, я быстренько включилась, давай говорить, а вот у нас тут поезд проезжает, вот тут встаешь и там записываешь, а вот съездить туда, поехали к Тигру. Ну, то есть мне как активному человеку как-то тоже захотелось в это включиться. Но знакомясь ближе с проектом, меня на самом деле это очень удивило, потому что Мариос, он классический композитор. Насколько я знаю, он один из лучших композиторов Европы и, возможно, мира.
И он, то есть это экспериментальный проект, то есть он не похож на другие, действительно. И там все строится на его композиции. И я считаю, что это здорово для нашего города. И надо объяснить людям, что это такое, что это за проект, что он такой пролонгированный, то есть далее, возможно, это будет проект о других городах, и наш город будет первым. Ну, первым есть в мире, чем гордиться, да, я считаю. Еще не поздно принять участие. Мариус с Костисом, который за кадром, они хотели бы услышать больше мнений, собрать эту информацию для, опять же, для дальнейшей истории этого кино. То есть, если у кого-то еще остался тот уникальный звук, который по каким-то причинам не вошел в картину, то еще можно отправить его. Я думаю, для этого уже немного поздно, но вы можете поделиться с нами своими впечатлениями. А, вот так. Ясно. Очень интересно, был ли Мариус здесь все время, потому что, как вы сказали, он известный очень композитор во всем мире, и, конечно, наверняка времени хватает не всегда, не только на один проект. Как происходила эта работа? Тут достаточно все было просто. Изначально, поскольку резиденция может принимать гостей примерно от одного месяца до двух, мы рассчитывали на один месяц на сбор материала. Конечно же, его было не так много в итоге, да. Но после одного месяца пребывания в прошлом марте Мариус уехал обратно на Кипр, где занимался тем, что называется постпродакшн. То есть, когда весь материал отбирается, рассматривается, и, собственно, из него тогда и вырастает новый фильм. Вот. И теперь Мариус вернулся уже по собственному желанию, потому что он хотел именно представить фильм городу самостоятельно, за что ему огромное спасибо. Мариус, после нашего, точнее, во время нашего первого эфира я задавала вам вопрос, на который вы мне не смогли ответить. Поскольку проект только начинался, и вы не сказали мне, какой звук для вас на данный момент самый удивительный. Вот что поразило вас больше всего, что было самым неожиданным? Я думаю, сейчас вы прям должны ответить на этот вопрос. I am afraid it's difficult to say it again. Мне очень неудобно это говорить, но на самом деле у меня опять-таки хочется сказать, что здесь нету одного звука, который мог бы быть назван самым удивительным, и будет очень обидно не включить туда все остальные. Но если хотите, я приведу вам 2-3 примера, которые опять-таки проиллюстрируют наш подход и покажут, в каком разрезе мы увидели город. Например, в 6 утра на всем известной сопке «Холодильник» мы однажды проводили съемки, и это было своего рода опытом какой-то нирваны для нас. Это было очень туманное утро, и когда мы поднялись на эту сопку, мы ничего не могли видеть. Ощущалось, как будто бы мы попали в другой мир, или, может быть, это уже какая-то загробная жизнь. И там была небольшая группа вместе с нами, кто-то начал поворачивать заржавевшую пушку. И мы поставили там микрофон, чтобы записать звук. И вам нужно представить, это был такой очень эпичный поворот пушки. Дуло разворачивалось прямо на нас постепенно. Мы могли слышать только этот звук. И он был очень таким проржавевшим и очень характерным, запоминающимся. И здесь, конечно же, можно представить, насколько визуальная часть важна для нашего проекта, хотя он взаимодействует именно со звуками и с музыкой. The second example, same situation. Вторая ситуация, можете себе представить, это заледеневшее море, японское море, залив Амурский, который тоже представился нам как своего рода раем на земле. Мы обнаружили, что, оказывается, он может быть на земле, и, возможно, он во Владивостоке. Да, здесь тоже очень был сильный визуальный элемент. Это замерзшая вода залива, это такое же замерзшее холодное небо, они практически одного цвета, вы увидите это в нашем фильме, эти кадры туда вошли. В это время мы записывали звук воды, которая протекала подо льдом. И, конечно, я знал, что она там протекает, да, и как это может быть, но когда я действительно услышала и записывала ее, это был какой-то незабываемый опыт для меня. И последний пример — это, конечно же, амурский тигр. У меня была возможность подойти к нему очень близко и записать его рык. И когда я посмотрел спектр звука, затем уже на оборудовании, я увидел, насколько богатый и сильный этот звук.
он как будто бы отражает какие-то главные черты владивостокчан и города в целом. Это сила, смелость и красота. Часто ли бывало такое, и бывало ли, что вы приезжали с целью записать определенный звук заранее, и возникали звуки импровизации, которые впоследствии либо вошли в фильм, либо просто вы записали их, потому что они вас чем-то поразили, удивили? Yes, I think the most interesting... Я могу привести в пример торговый порт, куда мы тоже приезжали. Интересно, что звуки, которые там происходят, они непредсказуемы. Мы не можем узнать, что прозвучит в следующий момент. И иногда именно, когда ты не нажимаешь на кнопку записи, случается именно тот звук, который ты хотел услышать. Поэтому нужно быть очень терпеливым, чтобы сделать запись того, что тебе нужно. На самом деле наш подход был также в том, чтобы записать что-то иное. Скажем, мы изучали эти звуки и хотели представить их немножко иначе. Для нас это такой проект исследования города, но в то же время в этом проекте горожане могут почувствовать что-то новое, получить новый опыт в новых ситуациях, которые мы им транслируем, и услышать какие-то новые звуковые или увидеть какие-то визуальные феномены. И интересно, что звуки повседневные воспринимаются нами как шум, но в нашем фильме они предстают далеко не как шум, это действительно часть общей музыкальной композиции. Они приведены в гармонию с остальными звуками и с музыкой, и надеюсь, что они воспринимаются именно в гармонии. На самом деле, может быть, Владивосток – один из тех городов, в которых контраст между его характеристиками очень высок. Это город контрастов. И нам хотелось бы думать, что мы смогли привести их в гармонию между собой и привнести гармонию в сам город. Владивосток – это город сильных контрастов. Спасибо большое за ответ. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после узнаем, как удалось превратить звуки Владивостока в настоящую музыку. Оставайтесь с нами.